Приветствуем вас на мастер-классе по плетению из алюминиевой проволоки. Предлагаем создать смешного пляшущего человечка, которого можно использовать как брелок, подвеску или украшение для рюкзака. Для этого понадобится алюминиевая проволока двух цветов, кусачки и круглогубцы. Отделяем отрезок проволоки длиной примерно 50-60 см. Используем любой цилиндрический предмет подходящего размера. Формируем окружность, которая будет служить головой человечка. Отгибаем проволоку вниз, формируем тельце человечка и заготовки для рук. Берем проволоку другого цвета и обматываем тело человека по спирали, укладывая витки аккуратно друг по другу. Стараемся делать это не сильно слабо. Дойдя до середины тельца, останавливаемся, обрезаем проволоку и переходим к формированию крепления для рук. Растягиваем обмотку туловища вниз до конца и фиксируем. Переходим к изготовлению ног и рук человечка. Отделяем отрезок длиной 10 см. Формируем с одной стороны петельку. Обматываем проволокой другого цвета. На другом конце ножки формируем петельку перпендикулярно первой, к
Крепим ножки к туловищу. Таким же образом формируем ручки, сделав их чуть короче, и тоже крепим к туловищу. Последним элементом сделаем человечку очки, чтобы обозначить глазки. Отделяем отрезок проволоки длиной 12-14 см и с помощью круглогубца формируем очки. Крепим их к голове. Пляшущий человечек готов. Теперь его можно поселить на рюкзак или сумку. Спасибо, что были с нами. До свидания. Всего доброго.